Друзья мои, очень надеюсь, что вам будет хорошо меня слышно. Я сижу в аэропорту, собираюсь лететь в Майами и хочу продолжить с вами обсуждение тем женщин с детьми. Для того, чтобы вот эти вот дрочилы, которые мне настрачивают комментарии, что женщина с ребенком никому не нужна, угомонились уже в своих там каких-то захолустных квартирках в шопе мира. И осознали, в принципе, что женщина, которая понимает, чего она достойна, никогда не опустится до их уровня. Просто им никогда не заполучить женщину с ребенком. Именно поэтому их так разрывает. Потому что это отличный фильтр адекватности мужчин. Ребенок — это отличный фильтр. К вам просто не приблизится мужчина, который не готов к серьезным отношениям, который не может взять ответственность за жизнь, за себя, за свою женщину, за ее ребенка. То есть это слабые такие мальчики, которые только и могут что сидеть и строчить комментарии, просто упыри.